О сдерживании цен на социально значимые продукты говорили на брифинге региональной службы коммуникации. Самыми эффективными механизмами остаются еженедельный мониторинг цен, сельскохозяйственные ярмарки, меморандумы с торговыми сетями и реализация товаров через стабилизационный фонд. В текущем году в закрома области отправят порядка 3000 тонн муки и более 1500 тонн овощей. В нашей области самая низкая стоимость хлеба и мучной продукции – это благодаря прямым поставкам от местных сельхозпроизводителей. По ценам ниже рыночных эту муку выдают пекарням, где готовят социальный хлеб, и предприятию для производства рожков. При этом в области наблюдается рост ценников сахара и подсолнечного масла. Из-за низкого прошлогоднего урожая подсолнечника и сахарной свеклы заводы-производители подняли стоимость. В Североказахстанской области пришлось даже установить предельную допустимую цену на подсолнечное масло – 562 тенге. Как на дрожжах выросла и стоимость картофеля, моркови и капусты.